Сегодня, друзья, солнечный день, 31 декабря 2014 года. И вот этот магазин, Окмунд Маркет, такой овощной фруктовый магазин. Мы были здесь когда-то с вами. Но я подумал, что поскольку цены на фрукты и овощи меняются периодически, а у нас сегодня как бы такой предновогодний день, я подумал, вот снимем такой сюжет, назовем его «Новогодний ценник», как-нибудь вот так. Вот, пожалуйста, $1.49 вот это добро стоит. Я извиняюсь там за блики солнечного и теневого, но вот, значит, так, как есть. $1.49 мандаринчики, 79 апельсинчики, гранаты $1.49. Так, эти папайи $1.29. Так. Это тоже $1.29. Жесть, блин. Ну что тут у нас? Движемся. Тут очень много яблок. Очень много разных яблок. Сейчас сориентируемся. Груши. 79. Так. Помидорчики вот эти маленькие. 99. Это все за фунт. Вот эти тоже 99. Такие. Вот эти помидоры. Сейчас мы сообразили. 2,99 подороже. Так. Виноград $1.99. Разворачиваемся. Вот пошли яблочки. Это не органические. Это 69 центов. Вот 99. 99, $1.29, огурцы $1.49, 79 центов, 69, 2 на доллар баклажанчики, вот эти огурчики $1.49, груши 69, так, корнеплод 59 центов. Так. Вон там картошечка 69 внизу. Так. А это органическая. Вот это органическая. Это $1.49 фунт картошечка. Так. Яблочки. $1.29. Огурцы $1.49. Картошечка. Сейчас посмотрим. Такая мелкая. Два. Бананы, вот они зеленые, по 59 центов. А вот там, например, дальше желтые. Вот эти органические 79. Так. Ну тут уже всякая экзотика. 99 за доллар. Так, черника. Черника за трешку, коробочка, клубничка $6, $4, малинка $2.49. Ну, сейчас, конечно, самый не сезон для этого всего, так. Кокос, если кто кокос хочет, есть кокос. Так, вот такие персички, потрешки, абрикосы, сливы $2.50. Да, вот это радость. $1.49. Окей. Ну, в общем, вот вы так получили представление. Вот яблочки. $1.29 яблочки. Лук. 33 за фунт. Это мы со Светланой вот встали на весы. Это наши покупки сегодня. Тут, видите, не только фрукты, овощи, но и там плавленый сырок, хлеб. Вот такой мы обычно хлебушек кушаем. Называется он здесь German Rye, да? Немецкий ржаной. Ну, в общем, такой хороший черный хлеб, как мы привыкли. Вот эта капустка, так, пакет за доллар там 50. Она уже нашинкованная, просто чтобы мы ее заквасили. Я увидел тут эскимо какой-то, не знаю, сейчас посмотрим, что за мороженое решил приобрести. Тут много разных. Из Прибалтики. Тут вообще в этом магазине много товаров для наших соотечественников.
Мы когда-то при большевиках такое за 11 копеек покупали. Нет, дело в том, что оно и не шоколадное, и не белое, очень странное. Типа крем-брюле. Вот все, что мы купили, вышло на сколько лет? $58.